В США в результате слияния авиакомпании Continental и United появился самый крупный авиаперевозчик в мире. В распоряжении новой компании United Continental Holdings 700 самолетов. С учетом региональных дочерних компаний, холдинг будет ежедневно выполнять 5800 полетов. На компанию работает 87 тысяч человек. В результате слияния, о котором было объявлено в минувшую пятницу, руководство холдинга планирует к 2013 году заработать в общей сложности 1 миллиард 200 тысяч долларов. Возглавил новую компанию теперь уже бывший руководитель Continental Джефф Смисек. Обе компании продолжат выполнять полеты в прежнем режиме еще год, пока Федеральная авиационная администрация не выдаст холдингу сертификат, позволяющий объединить авиапарки, пилотов и технические службы. Поэтому пассажирам, купившим билет в United, нужно проходить регистрацию как раньше, на стойке регистрации United. То же самое действует и для пассажиров Continental. Интернет-сайты United и Continental также будут пока работать независимо друг от друга. Акции компаний последний раз торговались в четверг. С пятницы же они торгуются под новым именем холдинга и за день выросли на доллар и 4 цента, закрывшись на отметке 24 доллара 70 центов. Алексей Березин, Екатерина Александрова, Infox, Вашингтон.